Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. На календаре у нас 26.08.2022. И сегодня мы идем в модную школу одевать моего, сыночка. Сыночка, тебя смотри, даже на камере, по-моему, ты уже одинаков практически со мной ростом. Почти папу догоняет. Я думаю, еще годик перерастешь, как думаешь? Наверное. Посмотрим. Как говорится, превосходно, это прям хорошо. Он только что вернулся со сборов, и поэтому мы немножко позже готовимся к школе. Но нас там ждут, любят, и я думаю, что сейчас мы подберем самую красивую, лучшую одежду для тебя. Вот ты скажи свой отзыв. Вот ты уже сколько? 3 года, да, одеваешься в модной школе. Как тебе вещи? Отличные. То есть нравится? Да. Одноклассники не смеются, все хорошо? Да. Самое главное. Все, ребята, мы отправляемся и берем вас с собой вместе. Модная школа находится по адресу Ленина, 154. На втором этаже. Здесь вывески все есть. Я думаю, что вы не ошибетесь. Мы не будем затягивать сегодня, а сразу перейдем к примерке. Итак, здравствуйте. Доброго дня, дорогие друзья! Мы сегодня одеваем Ярослава в школу. 2 детей Юры одели. Теперь у нас вот самый высокий парень остался. Я его, честно сказать, каждый год прям вот не узнаю. Растет очень парень, 180 рост уже. Но в нашем магазине-то есть брюки и рубашки до 188, даже до 194 роста. Поэтому мы Ярославу сегодня, посмотрите, сколько рубашек, сколько приготовили рубашек. Мы все сейчас будем перемерять. Выбор у нас есть, короткий, длинный рукав, разные фактуры, разные свойства ткани. Мы сегодня все на Ярославе расскажем, как подростков классно, стильно и комфортно одеть к школе. Так что, внимание. Начинаем мы, конечно же, с рубашечки короткий рукав, потому что у нас 1 сентября жарко. Не знаю, как где, но в Анапе будет очень тепло. Поэтому рубашечка, где 80% натурального сырья в составе, она очень комфортная, дышащая, будет короткий рукав, приталенная. У нас будут разные варианты рубашечек, но вот такую на выпуск мы решили одеть вот приталенная, чтобы была по спинке, потому что Ярослав сказал, что не любит заправляться и больше любит на выпуск рубашки. Рубашечка очень хорошего качества, такая матовость глубокая, такая вот прям белый цвет, прям такой хороший, прям матовый. Классно носится, стирается. Внимание мамам, воротнички не морщатся, манжеты на длинных рукавах не морщатся от многократных стирок, ткани не желтеют. У нас производитель, монопроизводитель, крупная российская фабрика сорочек мужских и в том числе и детских, и подростковых. Поэтому качество гарантировано просто вот по всем высшим вообще критериям. Везде закрепочки, везде закрытые швы. Вот эти вот бельевые швы закрытые, везде в зоне рукава, подмышки, чтобы все было хорошо. Даже бока сделаны швы, вот закрытый шов, он называется бельевой, он изнутри такой же. То есть не только снаружи, но и снутри. Это для того, чтобы вот именно комфортно, не было нигде там начесываний каких-то в течение дня. Очень классно. Рубашка сидела, рубашечки на Ярослава 1500, в зависимости от размера, от фактуры, там до 2300. А брючки у нас сейчас одеты, брючки 100% катон. Школьные джинсы везде с отсрочками, везде красиво, везде вот отсрочки, как на джинсах. Это школьная коллекция, но шиты как джинс. 97 хлопка, 3 эластана, больше ничего нету в составе. Поэтому, конечно, комфорт классно обеспечен. Дети любят джинсы. Вот, пожалуйста, в школу любимые джинсы, но только школьный вариант. Без стрелок, зауженной посадки. До роста 188 у нас есть. Поэтому парни часто очень выбирают эту модель. Ну, это и правильно. Я считаю, что в школу надо ходить в том, в чем кайфово. Да, Ярослав? Да. Надо кайфовать же, правда, от жизни. И от школьной тоже. Вот когда на парне одеты брюки со 100% катоном внизу, вот под джинсики, которые мы рассказали до этого. Кстати, они стоят всего 2200 рублей. Ну, такие вот взрослые размеры, такие классные. 100% катон, очень недорого. Но чем же еще наверх вот добавить этого комфорта? Конечно, рубашка трикотажная. Классная рубашка. Свойства трикотажа, конечно, дают этот свой комфорт. Замечательный. Целый день находиться мне невероятно комфортно. Сгиб локтя. Сгиб локтя. Все любые движения. Конечно, это все очень мягко, удобно и комфортно.
У нас такие трикотажные рубашечки есть даже во второй полноте для полненьких мальчиков, у которых есть животики. Ну и что? Мы тоже таких мальчиков одеваем очень классно, комфортно. Не только таких высоких и стройных, как Ярослав. Но если даже вы бутузики такие, плотненькие, мы тоже такую рубашечку можем подобрать во второй полноте. Эти рубашки 100% котон, тоже стоят 2000. На малышей, да, поло у нас есть в магазине до 44 размера, трикотажные поло, короткий, длинный рукав. Но это такой детский, подростковый возраст больше, да, а вот как Ярослав, уже парни уже такие старшеклассники, 8, 9, 10 класс, тоже хочется, да, этого уюта и удобства, вот, а пола уже маловаты. И вот приходит в помощь вот такая рубашка из трикотажа. Дорогие гости Анапы, у меня к вам очень серьезное вообще предложение. Вот скоро 1 сентября, а вы еще вот здесь в Анапе. Перед отъездом рекомендую всем прийти в модную школу. Мы с 9 утра до 9 вечера работаем. И собрать детей в школу так, чтобы вы уже приехали, и все, и вы готовы 1 сентября уже на носу. Вот, поэтому мы вам с Ярославом от души рекомендуем наш магазин посетить в ближайшие дни. Да, Ярослав? А вот на Ярославе сейчас рубашечка с воротничком стойка. Для того, чтобы разнообразить его гардероб школьный, чтобы было не скучно, чтобы было какие-то варианты. Потому что, ну что на мальчишек? Ну рубашка и брюки, да? Ну вот что еще? Поэтому здесь хотя бы вариативность разных рубашек. Трикотажные, фактурные ткани, нефактурные. Но вот еще, конечно, вариант рубашечки с воротником стойка и на кнопочках. Тоже очень хорошая посадка. Она приталенная по спинке, рукавчик на месте, несмотря на наш большой рост 180 сантиметров, у нас вот рубашечки очень хорошо сидят на все роста. Меняем рубашки как перчатки, в прямом смысле этого слова. Я не знаю, уже 4, 5 или 10 на Ярике рубашка. Ну, в общем, у нас задача сделать разные рубашки, как минимум 4, но с длинным рукавом. Поэтому вот у нас, наверное, это уже как раз 4 с такой фактурой, да, понаряднее. Если вдруг какие-то нарядные рубашки, ну, в школьной жизни на праздничные мероприятия нужны будут по событиям, скажем так, соответствующим, то вот у нас вот такая нарядная рубашка. Тут 80% хлопка, сзади она приталена. Ярослав любит на выпуск носить, поэтому вот такие приталенные рубашечки хорошо ему. На торжественный какой-то парадный случай в школу у нас тоже с Ярославом подготовлена рубашка. Так что мы на все случаи жизни будем готовы к школе, да, Ярослав? Вот очередной раз Ярослав вышел с примерочной, вот смотрю, и глаз прям радуется. Ну вот все, что не одевает, все, что мы не подобрали, ну все хорошо. Ну прям и по плечам, и по рукавам, ну как же классно. Рубашечка очень кайфовая эта. И она не белая, а молочного цвета. Ну тоже для разнообразия, да, что-то должно быть разное в рубашках. Поэтому вот этот такой нежный молочный цвет практически не видно, конечно, как будто белый. Ну это молочная рубашечка с длинным рукавом, и тоже интересная такая фактура у нее. Воротнички, манжеты, это просто, ну, высший пилотаж, я вам серьезно говорю. Но вот эти манжеты такие вот твердые, такие прям вот сшиты так классно, что они хоть сколько стирай, хоть сколько их гладь. И воротнички, вот здесь в воротничках уголочек, жесткий уголочек, как раньше были рубашки, вот, то есть по требованиям ГОСТ, нормам строгим, вот этим вон ГОСТовским рубашка отшита. Твердые уголочки, держит, конечно, форму, воротничок вообще никогда не сморчится. С 1 сентября по 25 мая рубашка будет как новая. Ну, не только это, все рубашки, которые в нашем магазине есть. Поэтому такие рубашечки, ну, прям огонь. Все мамы мальчиков, кто у нас одевает не первый год, приходят вот именно за рубашками и брюками в наш магазин только благодаря тому, что качество очень высокое. Ткани остаются такими же, белыми, светлыми, воротнички форму держат, манжеты, брючки как новые. Вот каждый день слышу в магазине такие отзывы, что вот одежда как новая. Это очень важно, потому что эксплуатация одежды, да, это как спецформа у детей. Они каждый день в этой одежде
одежде работают в своей школьной жизни. Поэтому очень важно, чтобы одежда была очень износостойкой. И вот в нашем магазине, конечно, крупные российские фабрики, представляющие ассортимент этого товара, они дают нам безупречное качество, за что мы очень любим и ценим своих российских производителей, которым можно доверять и стоит доверять. И мы это делаем, и наши покупатели это оценивают по достоинству. Вот у тебя рубашки после прошлого, позапрошлого года целые остались? Да, все целые. Да, они как новые. А проблема в том, что он просто растет не по дням, а по часам. Да. За это покупаем больше. А в прошлом году мы почти не брали, то есть у него были изменения роста минимальные. То есть мы, по-моему, рубашки там взяли. А в этом году вот весь комплект меняем, потому что... Так вымахал, конечно. Да. 108 срос. Рубашка с коротким рукавом, она ежедневная трудовая рубашка в нашей Анапе, потому что и зимой тоже мальчишки короткий рукав носят в школу, потому что в классах тепло. Поэтому с коротким рукавом мы будем выбирать 5 рубашек Ярославу. Рубашечка 40% хлопка, хорошая сорочечная ткань, очень белая, прям белоснежная. Также качество все соответствует всем нашим хвалебным свойствам рубашек, сорочек для мальчиков. Она тоже по спиночке, это приталенная. На каждый день, на выпуск Ярослав любит носить. И мы поменяли брючки. 50% хлопка, 30 вискозы, 5 эластан и всего 15 там какого-то полиэстера, чтобы лучше гладились. Брючки зауженные, без стрелок, здесь двойными отстрочечками, очень красиво сшиты по спиночке, какие тут швы, какие здесь карманы вот прорезные, все очень высокого качества. Производитель брюк для мальчиков и парней у нас тоже очень шедевральный. Это такое качество отшива, где соблюдаются вот все вот эти требования по качеству отшива, везде эти закрепочки на карманах, где молния, они ленивые производители уже давно не делают. А наши брючки, они так выполнены качественно, вот именно дают эту возможность носить, эксплуатировать вот по-разному. То есть и ткань мягкая, много эластана, и качество отшива такое надежное, уверенное. Это прям вот такое, знаете, качество ГОСТ. Прям мы гордимся тоже своими вот брюками, которые действительно на мальчишках, на многих могут гореть, особенно на маленьких, да, которые активно ерзают, там мамы рассказывают, на коленях, на переменах. Но наши брюки, они точно не рвут. Вот точно. Так что за брюками и за сорочками к нам можете вот 100% доверять именно надежности нашего товара. Рубашка была у нас короткий приталенный, теперь рубашечка не приталенная, просто свободного кроя на случай, там, когда сейчас жара, тепло, пусть она будет вот тут вот свободного облегания, такая свободная, широкая. Ярослав хочет две таких рубашки даже взять для того, чтобы вот, ну, они такие были просторные. Сейчас мальчишки многие любят так, чтобы было свободно, просторно. Оверсайз не только для девочек, но и для мальчиков актуальна посадка. Поэтому, ну, это не оверсайз, но просто классическая прямая рубашка с коротким рукавом. Добавляем себе в гардероб для того, чтобы каждый день чувствовать себя комфортно. Не хочется мне, конечно, такого парня красивого отпускать с магазина. Он, конечно, просто великолепен, вот правда. У меня же девочки 3, да? Я ж тут уже глаз положила, мне как раз Маше 16 лет. А Ярик, тебе сколько? 14. Нормально. У меня еще есть та, которая 12 или 13. С помощью математических вычислений мы выяснили, что ей 13 лет. Хорошие у нас женихи в Анапе, но я сильно не разбрасываюсь, потому что у меня же 2 дочки, 2 невесты есть. Ну, на Ярославе, вы знаете, мы же 5 рубашек готовим с коротким рукавом. Мы взяли 2 классические прямые, 2 приталенные, еще одну, немножко другой ткани, 60% хлопка. Это уже торговая марка Вестер у нас, и она приталенная сзади. Мы решили взять ее еще 5-й. Приталенная по спинке была, такая не сильно длинная, с такими закругленными краями, на выпуск будет прекрасно носиться, тем более это то, что ему нравится. У нас есть разные варианты жилетов, кардиганов, сейчас осень уже, через неделю, потом зима, мы все-таки живем не в Африке, да, и у нас есть разные времена года, поэтому утепляться на второй слой жилетами, кардиганами в нашем магазине тоже можно. На парне очень классные, например, вот эти модные, такие современные, стильные, классные жилеты, 50% хлопка и 50% акрила. Такая мягкая,
них пеленговаться точно не будет. Где шерсти нет, там вещи не пеленгуются. А еще у нас есть жилеты синего и серого цвета по акции по 500 рублей. Жилеты по 500 рублей, кардиганы на мальчиков, на парней, на девушек, женские есть размеры, по 700 рублей. То есть в нашем магазине всегда можно одеть детей и хорошо, и классно, и с помощью акций еще сэкономить свой семейный бюджет. На девочек всегда у нас очень много акций. Вот на мальчиков есть акция, но не такой большой выбор, потому что вообще, в принципе, одежда на девочек всегда в большем ассортименте, там больше модельного ряда. Поэтому на девочек мы всегда очень сильно-сильно много чем можем порадовать. Мы в прошлый раз показывали на Полине, даже нарядная одежда была со скидкой, там 30% яркие платьюшки, юбочки. Вот девчонки наряжаются, там, конечно, в той стороне зала всегда много чего интересного. И юбки, и блузы, и сарафаны есть тоже сейчас по акциям по 30-50% скидки. Поэтому, ну, мы сегодня одевали Ярослава, но с девчонками к нам приходить тоже очень интересно. На девчонок всегда такое разнообразие модного стиля, который можно собрать и с брюками, и с юбками, и с кардиганами, и жилетами, и жакетами оверсайз. Ну, девчонки у нас, конечно, в примерочной не как мальчишки. Они могут и час-полтора провести, но всегда уходят, самое главное, довольны и счастливы в той одежде, которая действительно их радует и делает их какими-то особенными, индивидуальными, потому что мода и стиль в одежде нашей школьной в нашем магазине всегда присутствует. И мы по вкусу, какой стиль любит девочка или мальчик, мы подбираем эту одежду так, чтобы именно им было хорошо. Потому что ходить в школу надо всегда с хорошим чувством и ощущением, что мне хорошо в том, что я одел или одела. Поэтому Ленина 154Б с 9 утра до 9 вечера до 1 сентября мы каждый день работаем. Поэтому впереди выходные, приезжайте, собирайте детей в школу. У нас еще много чего есть интересного. У нас никогда не кончается товар. Можно сказать, что мы круглый год всегда можем обеспечить любого ребенка именно тем, что ему нужно будет для его школьной жизни. Поэтому ждем вас. Люблю всех. Обнимаю всех сердцем. И все, welcome к нам в магазин «Модная школа». Спасибо большое магазину «Модная школа», то, что одели меня на этот год в школу. Все классно, одежда классная. Очередной раз мы приехали в магазин «Модная школа», и Ярик у нас теперь пойдет красивый, модный, классный и очень довольный именно на учебу в 2022 году. Да? Да. Эх, Анапа. Я напоминаю, улица Ленина, 154. Приезжайте. Одевайтесь и дай бог, чтобы вещи носились долго. Ну а школа была в радости.